и рассада пентимонас каулера идеально подходит для оформления бордюров, украшения мест вокруг беседки или скамейки, а также создания заднего плана цветников. Растение быстро развивается, превращаясь в пышное почвопокровное полотно высотой до 45 см. Летом на поверхности полукустарника распускаются многочисленные цветы, лепестки которых окрашены в различные оттенки синего и пурпурного. Пентимон предпочитает легкую, хорошо дренированную почву. Этот многолетник неприхотлив в уходе, но нуждается в хорошем освещении. После того, как соцветия увянут, надземную часть необходимо остричь для омоложения куста. Пентимон с каулера — это травянистый высотой 20-30 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Окраска цветка пурпурно-фиолетовая. Лист растения по форме ланцетный. Летом листва зеленая, глянцево-блестящая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.